Всем привет! Я сейчас в Швейцарии, в Лозанне. И я иду по одной из старых улочек, соединяющих собор и соединяющих дворец. А дальше у меня соборная площадь. Сегодня мы с вами посещаем здесь, в Лозанне, школу Бриллиамонт. Бриллиамонт International School. Классный вот такой вот фонтанчик. Здесь, кстати, очень много всяких разных фонтанчиков, таких интересных достопримечательностей. Лозанна вообще обалденный город, очень красивый. Я сегодня немножко вам покажу Лозанну, красивые кадры. Плюс мы с вами узнаем о школе, узнаем, как дети учатся, они живут в школе. Школа международная. Да, и в целом я поделюсь с вами о возможностях учебы здесь, в Швейцарии, здесь, в Лозанне. Потому что Лозанна — это такой студенческий хаб, где находятся одни из лучших учебных заведений в мире. Beautiful old buildings which date from the end of the 1800s, early 1900s. И здесь они ушли под землю и построили все вот это под землей. The school was started by Paul Ruby. He was my great grandfather. With regard to academics, we focus on the individual. Бриллиамонт, кстати, единственная школа в Швейцарии, у которой есть своя группа. И сейчас вот парень настраивает барабаны. We go by the lakeside to do some running at the beginning of the school year. И Тим, он нас берет и вот на полной скорости возит, и вот этот круг такой влево-вправо, мы прыгаем и потом падаем. Смотрите, да, из галстуков сделали. Очень прикольно. Если кому надо, кстати, я могу договориться, чтобы продали какой-нибудь товар. Бриллиамонт International School – частная школа-интернат в Лозанне, Швейцария. Основана в 1882 году, и это одна из старейших школ-интернатов Швейцарии. Школа предлагает образование для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет и следует как британским программам IGCSE и A-Level, так и американским программам средней школы. Это дает учащимся возможность выбрать учебную программу, которая наилучшим образом соответствует их будущим образовательным планам. So today you're going to discover lots of amazing buildings. We've got these beautiful old buildings which date from the end of the 1800s, early 1900s, and are very much part of the school's 140 years of tradition. We have classrooms downstairs and bedrooms upstairs, separated boys and girls, so the students are living in an amazing environment, and they've got this amazing view over the lake as well. We can see over to France, beautiful gardens, our tennis court, our sports hall, and lots of greenery, and yet we're just 2 minutes from the city center. Студенты из более чем 30 разных национальностей посещают Бриллиамонт. Это делает школу по-настоящему международным сообществом. Для получения самой актуальной и конкретной информации об учебных программах, преподавателях, помещениях и процессе приема, я всегда рекомендую посетить наш сайт SMAPS и задать вопросы консультантам. Ну, а пока давайте познакомимся с жизнью в стенах школы. Nice to meet you. I'm Anne Frey. I'm the head of school. I am also the fifth generation of the founding family of Briamont. So this makes us very special as a school because there's no other international school in Switzerland which is in the hands of the founding family for so long. So the school was started by Paul Ruby. He was my great grandfather. The school started actually not on these premises. It started in Lutry, in a nice medieval castle. Lutry is a small village a few miles from here, and that's where it started until my family could purchase this piece of land and started building these historical buildings which you see now. So the school is what makes Briamont very special in the panorama of Swiss international boarding schools is that we are the smallest, and it allows us to give to keep
keep this family atmosphere where every student knows every adult knows all the students in our care, and it's a very special atmosphere that we know who every student is, and we can give them customized care. So this is the Saint-François Fréguenin. It's a sports and culture because we have a stage, so we can also organize the bands, can play sometimes, do some performance, and the rest of the time we use the gym to organize all the sports classes in there, and also we can also invite some other schools to play volleyball or basketball. We do a lot of sports. We go by the lakeside to do some running at the beginning of the school year to make them fit for the year. Yeah. And then we have some strength training for to get them ready for the ski season, for core muscles and legs, and we use the facilities here to do badminton, tennis all year long, and also we have team sports with football, basketball, volleyball. Школе сейчас 140 лет, да, и наверху вот эти исторические здания. Чтобы вы понимали, в Швейцарии запрещено здесь в центре строить куда-то в высоту дальше здания, и школа была старая. Вопрос, да, как сделать здесь такие спортивные крутые условия. И поэтому мы именно и видим вот такой небольшой стеклянный куб, прямоугольник, да, наверху. Я все не перестану о нем говорить, но потому что реально это круто выглядит. И здесь они ушли под землю и построили все вот это под землей. Спортивный внутренний зал. Дальше, вот это у вас сцена. Сейчас закрыты здесь шторы, но там еще дальше еще классы у вас есть. Вот небольшой фитнес-зал для занятий. И сейчас мне еще покажут еще дополнительно студии. На мой взгляд, очень круто. А вот это кабинет, о котором я говорил, вот за стеклом, здесь у нас спортзал находится. Вот видите? Стекло и как раз закрытые шторки, которые мы видели с той стороны. Большой, очень большой кабинет. Здесь проходят экзамены. И если мы посмотрим опять на всю стену, у вас окно одно большое с небольшими разделениями жалюзи. И за жалюзи мы видим двор. И во дворе еще можно видеть несколько зданий, которые сейчас где-то арт, это искусство. То есть кабинеты с искусствами. Какие-то домики используются для преподавателей, но вот один из них, он не менялся с самого начала постройки. So we're very proud of this one, because actually all the buildings were built by the first and second generations, and they're all historical. And my generation, we did build the eighth building, which is the gym, which you visited. So this completely changed the life of the school, because now we can have so many performances and sports competitions on site. The building, it has a name of your grandmother? My mother. Your mother. She knew about the project. She was very excited that we had this project to build this gym. When we told the staff that we had this project and we were welcoming their input, members of staff said you could name it after your mother. Cambridge, we have Cambridge exams. Блианмон, кстати, единственная школа в Швейцарии, у которой есть своя группа. И сейчас вот парень настраивает барабаны, здесь делает все это дело. Ну, ребята где-то учатся, вот он сейчас занимается всеми этими настройками. We'll be right back.
Смотрите, мы видели с вами внутри зал. Также у школы теннисный корт свой. Сюда чуть-чуть мы поднимаемся прямо перед этим красивым зданием, где мы были с вами на бординге. Здесь у вас открытая площадка для баскетбола, для футбола. И плюс, конечно, мы с вами в городе, мы с вами в центре. Можно использовать здесь ближайшие тренировочные центры, всякие разные площадки. So these tables are where students can sit outside, have dinner. In the summertime, we might have barbecues out here. We also have another space with outside chairs and tables, and they can just come here and work and relax. So being outside in the fresh air is also part of being healthy, having a balanced lifestyle, and we want our students to enjoy our amazing campus. Расположение Бриланмонт в Лозанне дает студентам возможность жить и учиться в мультикультурном городе, в котором расположены многочисленные международные предприятия и организации. Лозанна является домом для Международного олимпийского комитета. И Олимпийский музей здесь обязателен к посещению. Кафедральный собор Лозанны, расположенный в старом городе, представляет собой красивый готический храм, который считается одним из лучших в Швейцарии. Если вы пройдете от школы где-то минут 10-15 пешком, то как раз у вас будет собор. Там ниже, чуть дальше, район Флон. Место с кафушками, со всякими, с ресторанчиками. Это когда-то была долина. И если дальше, вы прыгаете на метро, а Лозанна – это единственный город в Швейцарии с метро. И если вы прыгаете на метро, 20 минут, и вы в EPFL. Это один из лучших вузов мира. Да, здесь несколько вузов, которые входят в... топ-топ-топ лучшие вузы мира здесь же находятся, в Лозанне. Лозанна в целом удобно расположена для поездок в другие части Швейцарии. Женева находится менее чем в часе езды на поезде. Швейцарские Альпы находятся в пределах легкой досягаемости для пеших прогулок или катания на лыжах. Как я уже отметил ранее, город расположен на берегу Женевского озера. Здесь можно покататься на лодке, поплавать или просто насладиться прекрасными видами. Когда сюда подавал, я видел ваше видео. А, видел, да? Да, видел. You see? I saw his video when I was applying to school. Really? I think you're coming from the same agency, right? Maybe. This is Smafsa. Да. Да, в Лозанне нравится, потому что все остальные школы, они такие в горах, а тут она в городе, то есть можно и в город выйти, а вот в горах там, не знаю, там нечего особо делать. Здесь не скучно тебе? Не. Круто, есть чем заниматься, да? Да, есть чем. То есть... Недавно ходили в лазертаг, картинг, всякое такое. А на озере купаешься, не купаешься? Ну, когда... Сейчас нет, потому что, по-моему, там холодно очень. А в начале года купались, и сейчас в конце будем тоже. А у вас нет, типа, там, сейлинг какой-то, падлборд или еще что-то такое? Не было, но когда мы ходим на озеро, у школы есть, как бы, лодка, и там есть такой надувной круг, и мы, то есть, за него беремся, и... Тим, он нас берет и вот на полной скорости возит, и вот этот круг такой влево-вправо, мы прыгаем. Как здесь вообще вот кухня стала? Ну, вкусно, и для меня я просто рыбу не ем, и иногда я ухожу в город и всякое такое, но обычно, да, ем здесь вкусно. На выходных 6 часов в субботу можно выйти в город, для 15-летнего. Можно выйти в город на 6 часов, не знаю, можно в Женеву уехать, и там поесть. Сейчас я нахожусь в столовой, очень классно все это выглядит. Здесь уже все разложено для детей. Скоро у детей начинается ланч. It's white rice, tomato, parmesan, it's French way to explain it. Chicken and eggs with basque sauce, it's tomato with pepper. And there is falafel from sweet potato. And is it every day the same or you change it? Oh, it changes every day. Every day different? Yeah, of course. Вот дошли до арт-студии. Это одна такая большая студия. Отсюда мы переходим дальше, идем еще одно отделение, и дальше у вас еще идет отделение. Там даже какие-то работы можно в ящичках, что-то тут стоят. А, тут бумаги.
Очень много-много-много всего. Здесь можно делать все, что касается арта. Мода, рисование, скульптура, архитектура, все, что хотите. Смотрите, да, из галстуков сделали. Очень прикольно. Если кому надо, кстати, я могу договориться, чтобы продали какой-нибудь товар. Вот рисование просто нарисовали, также потом сделали, создали вот весь процесс, да, от начала до уже как бы непосредственно самой детали. To academics, we focus on the individual. Every class is English instruction. However, French is a core subject at Briamont. What we're finding more and more is more students are staying in mainland Europe, but Britain is still very attractive, as is America. Some students are also going to Asia and Australia, so all doors are open on all continents. Really, we are looking for teachers who have experience delivering Cambridge IGCSE and A-levels. So a lot of students are from a British, English and British background, but we also have Canadians and Americans, and for our language, Swiss, French, German and Spanish. We welcome students for the school year from age 13, but for the summer course we welcome students from age 10. And why age 10? Because quite often it's to have that first experience away from home in this very caring, very nurturing, very small school environment. So we really want the students to feel at home here, to feel comfortable. And, you know, sometimes they might have a few tears the first time away from home, but we have a really fantastic team who are here to support the students and to make that experience into something positive so that they grow and they develop and that they get to know a lot of the staff, because a lot of the staff during the summer course also work during the school year, so that later when they come back as an eighth grader or a ninth grader, they're familiar with the school, they know the environment and they feel much more confident. We only accept a certain number of students from one nationality because we want to maintain this diversity of nationalities. We're also very careful to accept different nationalities across the different grade levels, so we don't have one grade which is full of a certain nationality either. А вот это что за здание? Вот это твой дом? Это да. Здесь живете, получается, ты себя... Там не сильно много людей, его недавно открыли. Я живу с таиландцем и японцем. У тебя два с тобой, да? Да. Дружишь со всеми? Да. А кто вообще из ребят, из каких стран здесь? Много, но обычно из Испании, Японии и из Ирана тоже. Ну, это самые большие такие. This is one, Manribo. Yeah. Every building has different name? Yes. We have a bracelet. So with the bracelet, to enter to every building. And if I just... Nope. Can I knock it? No. Not no. working that anymore? That was working like maybe 60 years ago. Крючок уже не работает. Нужно только вот пользоваться браслетом, приходить и записываться по браслету. Заходите, прямо вот сразу же у вас, видите? Вот такие. Какая красота. Круто. Это, кстати, где столовая. Вот там мы кушали сейчас. Здесь наверху еще также в этом здании бординг. Вот так на экранах показывают, что вообще происходит, важные моменты. Так, помыли руки. Тренировка по волейболу, вот, допустим, когда будет проходить с 19.30 до 21.00. Также сюда на экран выводится меню, показывается, да, то есть что будет, какие activity, bike along rivers, то есть там получается катание на велосипедах вдоль рек. И, пожалуйста, меню у вас тоже, да, традиционное меню, вегетарианское, на ужин что будет, и видите,
показывается и меняется. То есть, как нам сказал шеф, здесь меню меняется каждый день. Сейчас мы на этаже у девочек. Этажи разделяются, естественно. Ну, то есть, на одном этаже ниже живут парни, здесь выше живут девочки. В каждом доме есть бординг. И мальчикам нельзя к девочкам, девочкам нельзя к мальчикам. Но если вы видели уже мои другие видео, я там часто об этом рассказываю. Места много. И вот для меня прям супер это важно, супер это круто, то, что вы можете из одного окна, из другого окна видеть весь город. Обалденный вид. Вы видите и, собственно говоря, сами здания школы, они просто офигенные, очень крутые. Вы видите и город, так как мы с вами на холме. Вы видите и озеро. И вот у вас еще одно окно с видом прям на озеро. Еще одна комната. Вроде они похожие, а также они очень сильно отличаются. Вот, допустим, здесь поставили вот эти вот старые серван, допустим, да? Старый. Здесь посмотрите. Да, вот это. И в то же самое время есть современная, да, новая мебель. И оставили некоторые вот такие детали, элементы. Вот здесь, допустим, камин, да, мраморный камин. Вот такое зеркало старое осталось с тех времен. И выход. Здесь одно окно. У вас вид на школу. Все зелененькое, красивенькое. И другой вид на озеро и выход на балкон. Прям внизу находятся классы, где мы были, французский, испанский. Вот это вот весь этаж, это бординг. Здесь комнаты на 3 человека, соседняя комната на 2 ребят. Дальше здесь у вас идет площадка спортивная и такой вот красивый двор, классный. Мы видели комнаты на 2, комнаты на 3, и вот комната на 1, точнее на 1 девочку из Германии. Девочка, вот можно видеть сразу же. Я видел там из Бразилии, из Италии. Что нужно для того, чтобы получить комнату на 1 человека, как вы думаете? Нужно просто быть старше. Когда вы становитесь старше, вы становитесь взрослее, у вас больше, вы должны уделять внимание занятиям, именно подготовке индивидуальной к университету, поэтому старшеклассники получают комнаты на 1. И вот я спрашивал здесь ребят, кто работает в школе, представители в школе. Здесь очень многие дома, чтобы вы тоже понимали, да, представление имели о районе. Очень многие дома по улице, ну такие прям, тоже на них обращаешь внимание. И это резидентские домики, очень классные. Вот сразу же сейчас покажу вам с другой стороны. На одну сторону это к озеру вид, и вот я как раз был на балконе. А в эту сторону, это вот резидентская часть. Сейчас я вам покажу, смотрите, как выглядят домики здесь. Вот, пожалуйста, можем видеть. Вот так вот выглядят здесь домики. Раз. Здесь он спрятался за деревьями. Еще один. Вот, пожалуйста, у вас еще такие домики. Очень классно. Неоживленная улица, то есть никаких хайвеев, ничего такого нет. Вообще, да, в Швейцарии сложно представить хайвей. Здесь, кстати, на мосту есть вверху небольшие такие гербы. Здесь их 4. 1, 2, 3, 4. Так вот, раньше Лозанна это не был один большой город. Здесь были холмы. И мы, кстати, сейчас на холме находимся. И поэтому у нас озеро, оно немножко ниже. Раньше не было все это соединено. И вот эти вот как раз холмы и гербы, это были поселения на холмах. И каждый герб отражает поселение.